Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я попробую убедить вас в том, что Osmol от компании Vaporese – это лучший девайс 2020 года, и он одинаково прекрасно подойдет как парильщикам со стажем, так и тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом. Первый плюс – цена. Первый и самый главный плюс – это его цена, поскольку он стоит как примерно 3 вот такие вот одноразки. Но не стоит забывать о том, что его можно перезаправить и зарядить. Второй плюс – расходники. Osmol работает на сменных картриджах объемом 2 мл. Испаритель здесь не меняется, но это и не беда, поскольку одного вот такого вот картриджа хватит на 3 недели умеренного парения. Также это очень популярный девайс, на который вы всегда с легкостью сможете найти сменный картридж. Третий плюс – габариты, вес и цвета. Тут долго задерживаться не будем. Высоту он всего лишь 85 мм, а весит 24 грамма, так что он не будет отягощать ваш карман и очень приятно будет лежать в вашей руке. Также производители позаботились о нас с вами и выпустили аж 8 расцветок, так что можно будет с легкостью подобрать что-то для себя. Четвертый плюс – затяжка. Затяжка в Osmol понравится всем, кто предпочитает сигаретную затяжку. Она в меру тугая и в меру свободная, можно сказать, эталонная. Она очень похожа на аналоговые сигареты и при этом щеки не устают. Отличная фраза, мне очень нравится. К сожалению, в Osmol вы не сможете отрегулировать затяжку, но это не страшно, девайс стоит всего лишь $15. Пятый плюс – зарядка. Внутри этого девайса спрятался довольно крупный аккумулятор объемом 350 мАч, и, как я говорил ранее, его должно хватить на один день умеренного парения. Также заряжается он силой тока в 0,5 ампер, так что полное время зарядки займет у вас примерно 30 минут. В конце ролика я могу смело посоветовать этот девайс как пользователям со стажем, так и начинающим. В нем прекрасная сигаретная затяжка, огромное количество различных цветов, в него подходит практически вся жидкость там на соли, на обычном никотине. Можно парить и нулевку. Кстати, это очень часто задаваемый вопрос, можно ли на таких системах парить нулевку. Да, можно. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.